29 мая 2016 год, 11-й ежегодный велодень в Харькове, Салтовская колонна формируется, 8:26 по Киеву. Как называется езда на заднем колесе? Вот это тоже не знал, я знаю вместе. Это Вильми, Тейлби или Дом. Вильми, да? Нет сомнений, не того, что это Вильми. Вильми, правильно, абсолютно правильно. В каком году собственно изобрели себе? Вот интересный вопрос. И уже в наше время, не нужно изобретать велосипед, ребят.